6 сентября, воспользовавшись штормовым ветром, который дул по направлению от украинских позиций к поселку Коминтерново, украинские войска подожгли поля и дома на окраине поселка огнем из орудий БМП и крупнокалиберных пулеметов. При этом использовались осколочно-фугасно-зажигательные 30-миллиметровые снаряды и бронебойно-зажигательные пули. Мы находимся в поселке Коминтерново, где сегодня в результате украинского обстрела загорелось не менее 3, вероятно, даже 4 жилых дома. Сейчас здесь работают пожарные. Возгорание на данный момент локализовано. Также локализовано возгорание в полях. Благодаря оперативным действиям военнослужащих народной милиции и пожарных расчетов МЧС, возгорание удалось локализовать, а позже потушить. Расскажите, по нашему местоположению, это окраина Коминтерново, правильно? За нами уже поля. Так точно. Мы сейчас находимся на западной окраине Коминтерново. За нами уже поля, и наши позиции боевые выдвинуты намного дальше, для того, чтобы не подвергать село опасности. Но это, к сожалению, не останавливает наших противников, которые ведут огонь по селу. Вот сейчас, используя зажигательные боеприпасы, они зажгли поле, огонь перекинулся на жилые кварталы. Скажите, может ли быть связано то, что они зажгли поле, с попыткой разминировать полосы для прохода? Как правило, часто это и делается. Зажигаются поля, используя то, что ветер в нашем направлении, для того, чтобы снять мины. Мины либо выгорают взрыватели, либо они открываются с травы. То есть, видно, обеспечивают проходы в минных полях. В связи с гибелью главы, здесь ситуация у нас накалилась. Обстрелы с каждым днем все ужесточаются. Они проверяют позиции, проверяют нашу реакцию. Вот. Обстрелы ведутся прям вот, вы знаете, заканчиваются с прилетом беспилотников в огнестрел для того, чтобы зафиксировать наши огневые точки. То есть идет выявление огневых средств. Буквально только что в Коминтерново несколько домов было попадание. Вот вы можете видеть, как они выглядят теперь дома. Скорая приехала, ребята тушат. В данный момент, в любой момент может начаться обстрел. Вот мы видим, что тут все горит. С той стороны уже украинские окопы. Не подходить, что-то там взрывается. Вот во время тушения пожара открыли огонь украинские военные, ребята пытаются потушить от дерьма. Жилые дома. Буквально 3 дома несколько минут назад были обстреляны, они сейчас горят. До этого пожарные тушили предыдущие дома. И вот мы видим то, что видим.